Культурно-развлекательный, индустриальный, спортивный или познавательный? Какой туризм лучше развивать в Первоуральске, сегодня обсудили эксперты, в том числе и гости из других городов региона. На туристическом форуме встретились общественники, представители власти и бизнеса. Новый взгляд на хорошо известные достопримечательности увидела наша съемочная группа. Город у нас преображается, а это значит, что сюда будет с каждым годом интереснее приезжать. Чем удивлять гостей Первоуральска, обсуждают на форуме, который собрал общественников, бизнесменов и представителей власти. У экспертов из разных сфер общие цели – сделать так, чтобы в наш город приезжало как можно больше гостей, и чтобы сами первоуральцы тоже чаще путешествовали. Тем более, что эти инициативы поддерживает государство. Впервые в городском округе Первоуральск в программу поддержки предпринимательства вписано новое направление – это развитие туризма. И в этом году силами специалистов фонда поддержки и вот силами сообщества экспертного и предпринимательского мы должны как бы сделать первый шаг. А первый шаг – это про стратегию развития туризма. Обозначить точки притяжения для жителей и гостей города, создать условия для комфортного и безопасного отдыха, определить наиболее подходящие для Первоуральска виды туризма – все это элементы стратегии развития. Над ней размышляют вместе с представителями других городов, которых тоже пригласили на форум. На таких форумах, на таких встречах всегда очень интересно поделиться своим опытом и, безусловно, еще важнее узнать те инициативы, те активности, то, чем занимаются близлежащие города. Путешествовать можно и по-другому, в видеоформате. Автор программ телекомпании «Первоуральск» Данила Шестаков представляет на туристско-краеведческом форуме проект «Если дома не сидится». Позади более сотни интересных поездок, впереди круглая дата – десятилетие проекта. Представляли наш проект туристического видеогида «Если дома не сидится». И, можно сказать, такую идею нашего коллектива под названием «Неизвестный Первоуральск». Донести до жителей нашего города, что Первоуральск – это не только его центральная часть благоустроенная, но еще и очень много всего интересного расположено именно на окраинах. Форум может стать отправной точкой не только для развития внутреннего туризма, но и для благотворительных инициатив, которые также представили здесь в рамках проекта «Месторождение добра. Урал». Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости. Первоуральск.